Нынешний шестиэтапный сезон гоночной серии G-Drive SMP RSKG добрался до своего экватора. Притом, третья часть чемпионата, которую приняла трасса Казань-Ринг-Каньон, вышла очень динамичной. Все шесть боевых заездов прошли одним днем. В классе Touring не было равных рестайлинговым вестам заводской команды «Лада Спорт». По итогам квалификации седаны Кирилла Ладыгина и Владимира Шишенина заняли первую линию, а дальше пилоты лишь удерживали свои позиции. Третьим финишировал Дмитрий Брагин. Второй заезд почти целиком прошел под диктовку Льва Толкачева. Вот только незадолго до финиша он ошибся, пропустив вперед Захара Слуцкого. Поскольку лукойловец ранее подбил машину Егора Фокина, то при разборе полетов получил штраф. В итоговом протоколе Hyundai i30 Захара Слуцкого оказался только на 11-й строчке. Ну а победа таки досталась Льву Толкачеву соответственно. Роман Шарапов оказался вторым, а Павел Кальманович — третьим. В категории Super Production золото обеих гонок крайне уверенно, можно даже сказать бескомпромиссно, завоевал Роман Голиков. На финишном подиуме первого заезда компанию пилоты Honda также составили Самвел Искаянц и Иван Чубаров. В следующей гонке Голиков легко отыграл несколько позиций, захватив лидерство. Его прорыв повторил было Николай Виханский, которого, однако, лишили кубка за обгон под желтыми флагами. Так что серебро отошло Искаянцу, а бронза — Леониду Панфилову. Гонки класса S1600 порадовали невероятно плотной борьбой, в которой не обошлось без толкотни. Для одних сражение закончилось вылетами и авариями, а у других прошло по сценариям лучших кузовных серий. В первом заезде Рустам Фатхудинов был неудержим, оставив позади Даниила Хорошуна и Илью Родькина. Примечательно, что ни одному из пилотов не исполнилось 20 лет. Такого молодого подиума гоночная серия еще не видела. Во второй гонке выиграл Хорошун, подтвердив, что прошлые успехи отнюдь не случайны. Филипп Тупоносов забрал себе серебряную награду, а триумфатор предыдущего старта Рустам Фатхудинов замкнул тройку призеров. Следующий этап G-Drive SMP RSKG пройдет на подмосковном автодроме Moscow Raceway 20 и 21 августа. Притом соседями гонок станет автомобильный фестиваль Tuning Fest.